Тема лекции – формирование исторических знаний, умений и навыков в процессе обучения по курсу «Методика преподавания истории». План лекции – формирование исторических знаний, умений и навыков в процессе обучения. Второй вопрос – понятие развивающего обучения и его значение в процессе преподавания истории. Рассмотрим первый вопрос формирования исторических знаний, умений и навыков в процессе обучения. Прежде всего, мы должны дать определение таким понятиям, как знание, умение и навык. Что такое знание? Это понимание, сохранение в памяти и воспроизведение фактов, сведений, понятий, правил, законов, теорий и так далее. Умение – это владение способами применения знания на практике. Навык – это умение, доведенное до автоматизма, высокой степени совершенства. Умение образуется в результате упражнений, и для выработки навыков необходимы многократные повторения. Умения и навыки бывают общеучебные и специальные. Специальные умения и навыки включают в себя специфические для соответствующего учебного предмета и отрасли науки практические умения и навыки. Например, по физике и химии – это проведение лабораторных опытов, показ демонстраций. По географии – это работа с картой, масштабные измерения, ориентирование с помощью компаса и других приборов. По биологии – это работа с гербариями, муляжами, коллекциями, препаратами, микроскопом. По математике – работа с логарифмической линейкой, вычислительными машинами и различного типа моделями. Общеучебные умения и навыки имеют отношение ко всем предметам. Например, навыки чтения письма, рациональная организация самостоятельной и познавательной деятельности, умение работы с учебником, они необходимы при изучении или обучении других предметов. Следующее определение термины, которые вам тоже необходимо знать. Что такое компетенция? Это способность применять знания, умения, личные качества для успешной деятельности в определенной области. Следующий термин – формировать, или по-другому говоря, формирование. Что значит формировать? Это значит образовывать, составлять, организовывать, порождать. Мы считаем, что формирование – это процесс, в ходе которого происходит создание чего-то нового на основе имеющихся качеств личности – как генезисного характера, так и приобретенного. В трудах ученых по проблемам познавательной самостоятельности выявлены, в зависимости от аспекта исследования, определение понятия познавательной самостоятельности, условия, методы, структуры развития творческих способностей учащихся через самостоятельные виды деятельности. Многие виды исторических умений, например, исторического анализа, формируются годами. Становление исторических умений, в отличие от процесса усвоения знаний, почти всегда имеет интегративный характер и предполагает реализацию межпредметных связей. Предъявляя требования к умениям школьников в соответствии с перечнем программы, необходимо помнить, что формирование каждого из них имеет общие этапы. Первый – это начальный этап. Школьники получают знания о приеме учебной работы и узнают, из каких действий он складывается, с какой последовательностью выполняется. От действий по образцу под руководством учителя они постепенно переходят к более самостоятельной деятельности. Следующий этап – промежуточный. Знакомый прием используется в новых условиях, когда усваивается иной учебный материал и иные источники знаний. Учитель объясняет школьникам новые действия, входящие в уже известный прием и требует их осознанного выполнения. На заключительном этапе ученики усваивают все действия, которые составляют этот прием, в результате его многократного повторения и переноса на новые объекты. И таким образом у них вырабатывается прочное умение. Студеникин выделяет 4 этапа формирования умений при обучении истории. Первый этап – это формирование ориентировочной основы умения, которое предполагает раскрытие сути мыслительной операции учителем. На этом этапе составляется план-памятка выполнения операции. Второй этап –
первичное применение учащимися операции при самостоятельном выполнении задания. Третий этап – тренировочные задания, которые помогают углублять знания и навыки. И четвертый этап – применение умения по типу все более отдаленного переноса. Немаловажную роль в процессе формирования умения играют памятки. Памятки – это учебные пособия, которые помогают в определенной последовательности образно воссоздать исторический факт или раскрыть его внутренние существенные стороны. Памятка представляет собой перечень вопросов, задания, расчленяющих сложный учебный прием на несколько более простых операций. В работе по формированию умений нужно выделить этапы. Традиционно выделяются такие этапы отработки учебных действий. Первое. Создание у учащихся мотивационной основы для формирования умения. Второе. Изложение знаний о способах учебной деятельности. Это может быть правило или памятка, алгоритм, описывающий последовательность целой совокупности действий. При введении правила действия учитель одновременно сам показывает образец верного его выполнения. Третье – выполнение новых действий учениками с опорой на правила, памятку под руководством учителя. Этот этап длится обычно не один урок. И ученики, если затрудняется выполнение заданий, вновь проговаривают то правило, которым следует руководство в своей работе. И правильность их действий анализирует учитель. Самостоятельное выполнение учениками соответствующего задания – это четвертый этап. От учащихся требуется самоанализ, взаимоанализ в парах. Пятый этап – перенос умения в новые условия. Умение считается сформированным, если ученик осознанно выполняет все входящие в него действия в любых ситуациях. В соответствии с этими этапами учитель выделяет при планировании опорных занятий тот или иной вид развивающегося модуля. Рассмотрим теперь классификацию общеучебных умений. Авторами наиболее распространенной классификации являются Лошкарева-Усова. В своих работах педагог-психолог Лошкарева предлагает следующую классификацию общеучебных умений. Это учебно-организационные, учебно-интеллектуальные, учебно-информационные, учебно-коммуникативные. Рассмотрим каждую отдельно. Итак, первое – учебно-организационные умения-навыки. Что входит в эту классификацию? Это организация рабочего места, выполнение правил гигиены учебного труда, принятие учебной цели, выбор способов деятельности, работа консультантом и планирование организации контроля труда. Следующее – учебно-интеллектуальные умения-навыки. Эта группа подразумевает овладение учащимися приемами умственной деятельности. Какие это могут быть приемы? Сравнение, анализ, систематизация, обобщение, абстрагирование, моделирование, классификация, выявление причинно-следственных связей, мысленный эксперимент. На каждом уроке необходимо систематически работать над формированием и развитием интеллектуальных умений, опираясь при этом на уже известные детям. При правильной организации труда учащиеся должны не только осмысливать и усваивать отдельные научные термины, но и понимать весь объем научных знаний в совокупности. Следующая группа – учебно-информационные умения и навыки. Эта группа умений и навыков включает в себя способы получения знаний. Это чтение письма, работа с учебником, практическая работа, работа с дополнительной литературой и со справочной литературой, усвоение информации с помощью видеотехники, компьютера, аудиозаписей. Деятельность учителя по формированию этой группы умений и навыков должна включать в себе обучение технике чтения, осуществление дифференцированного подхода при формировании навыка чтения, обучение продуктивным методам работы с книгой.
Следующая группа – учебно-коммуникативные умения, навыки. Эта группа умений и навыков предполагает развитие письменной и устной речи учащихся, формирование умения слушать. Это письменная речь, умение конспектировать, писать диктанты, правильно оформлять работу, развитие устной речи, умение пересказывать, отвечать на вопросы, рассуждать, анализировать. Учебное слушание, умение выделять главное из сказанного, главное из прочитанного. Слушать и слышать собеседника, слышать учителя, задавать вопросы. Рассмотрим следующий вопрос – понятие развивающего обучения и его значение в процессе преподавания истории. Теория развивающего обучения берет свое начало в работах Пестолоци, Ушинского и других. В начале 30-х годов XX века Лев Выгодский выдвинул идею обучения, идущего впереди развития и ориентированного на развитие ребенка как на основную цель. Согласно его гипотезе, знание является не конечной целью обучения, а всего лишь средством развития учащихся. Идеи Выгодского были разработаны и обоснованы в рамках психологической теории деятельности Леонтьева, Гальперина и других. Термин «развивающее обучение» введен в педагогическую теорию и практику Давыдовым. Под развивающим обучением понимается новый, активно-деятельностный способ обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному способу. То есть оно основано на формировании механизмов мышления, а не на эксплуатации памяти. Учащиеся должны овладеть теми мыслительными операциями, с помощью которых происходит усвоение знаний и оперирование этими знаниями. Развивающее обучение – это обучение, содержание, методы и формы организации которого основывается на закономерностях развития ребенка. Ребенок – самостоятельный субъект, который взаимодействует с окружающей средой. Это взаимодействие включает в себя все этапы – целеполагание, планирование, организация, реализация целей, анализ результатов деятельности. Таким образом, учащийся из объекта педагогического воздействия превращается в субъект познавательной деятельности. Исходя из этих вот теорий и позиций, формулируются и принципы развивающего обучения. Первый принцип – принцип ведущей роли теоретических знаний в начальном обучении. Второй – принцип обучения на высоком уровне трудностей. Третий – принцип обучения быстрым темпом. Четвертое – принцип осознания школьниками процесса учения. И последний принцип – принцип целенаправленной и систематической работы над общим развитием всех учащихся. Рассмотрим технологии развивающего обучения, разработанные Илькониным и Давыдовым. В основе их теории лежит гипотеза о том, что ведущую роль формировании интеллекта, ведущую роль играет теоретическое знание. Учебный предмет не просто излагает систему знаний, а особым образом организует освоение ребенком содержательных обобщений. То есть генетически исходных, теоретически существенных свойств и отношений объектов, условий их происхождения и преобразования. Здесь постижение предмета проходит не через наглядное внешнее сходство с другими, а через его скрытые конкретные взаимосвязи, через путь его внутреннего развития. Введение нового понятия в процессе обучения проходит 4 стадии. Первое – это знакомство с задачей, которую перед учениками ставит учитель, и умение ориентироваться в ней. Второе – овладение образцом такого преобразования материала, который выявляет наиболее существенное отношение, служащее основой решения задачи данного вида. Третий этап – фиксация выявленных отношений в форме той или иной модели. Модель может быть предметная или знаковая. Четвертый этап – выявление тех свойств выделенного отношения, благодаря которым можно вывести условия и способы решения исходной частной задачи. Вопросы для закрепления темы. Первый вопрос. Дайте определение понятиям знания, умения, навык, компетенции, формирования. Второй вопрос. Выделите виды умения. Третий вопрос. Что такое развивающее обучение? Дайте определение и расскажите о
исторических аспектах данной методологии и технологии. Назовите принципы, развивающие обучение. И пятый вопрос. Опишите технологию, развивающую обучение Давыдова.